Теремок ТВ. Мишки-братишки снова вместе. Борьба за лед. Мое яблоко! Мое яблоко! Мое яблоко! Брэмбл! Эй, погоди! Мы уже давно не катались на льду. Да, это весело. Король Тики, вы упали? Вы в порядке? Ты во всем виноват. Ты не убрал снег с пути следования короля. Поэтому я и упал. Эй, Тики, Бабу, идите кататься с нами. Король Тики, пошли кататься. Вы ведь хороши на льду. Да. Я тебе покажу пару приемов. Прекрасно! Превосходит! Достопримечательности надоели туристам. Если я не придумаю новые, они перестанут приезжать. Ого! Все озеро покрылось льдом. Уверен, на нем можно кататься. Нужно добавить это в программу. Туристы испугаются всех этих зверей. Нужно как-то отвадить их отсюда. Тогда я смогу забрать это озеро себе. Я думал, это чудовище. Чудовище? Есть! Отлично! Помогите, на помощь! Кто-нибудь! Я видел снежное чудовище вот там! Оно ужасно! Я убежал, чтобы спасти свою жизнь! Бежим! Отлично сработало! Даже снеговик не пригодился! Ты-ры-ты-ты, ты-ры-ты-ты. Та-ра-та-та-та-да. Погодите-ка. Да не так. Это было не смешно, Бабу. Вик не с нами. Я не слышал, чтобы в этих местах водились снежные чудовища. Чудовище действительно существует. Почему оно стоит неподвижно? Ребят, выходите. Это не чудовище, это просто снеговик. Должно быть, Вик ошибся. Вик пугливый, как девочка. Они на это не купились. Я знаю, это было где-то здесь. Этот план точно сработает. Горячо, горячо, горячо! Вик! Хватит сидеть там! Покатайся с нами! Нет, спасибо! Развлекайтесь, ребята! Круто, правда? Да, да! Я чувствую, как горчишники топят лед. Мой план работает! Ребята, смотрите, проталина во льду! Похоже, лед очень тонкий. Кататься нельзя, это опасно. Ладно, пойдем. Эй, Вик, ты не сдвинулся с места, ты в порядке? Бря, сюда. Иду. Постой. Вик. Вик, ты в порядке? Поверить не могу, что лед такой тонкий. Мы не можем здесь кататься. Брэмбл, это мед для Вика, не для тебя. Мы идем навестить его. И как мы придем теперь? С пустыми лапами? Брэмбл, стой!
Остановись, говорю! Поймал тебя! Прости, бря! Тихо! Мой план сработал! Не верится, что они купились! Ты просто обманул нас, верно, Вик? Мы не позволим тебе забрать озеро! Нет! Пожалуйста, отдайте его мне. Дела идут плохо. Посмотрите, я исхудал. Ты стыдишь меня за полноту? А если туристы все загадят? Я этого не допущу. Мы тебе не верим. Стой. В мою программу должен войти ледовой каток, или я умру с голода. Мы тебе этого не позволим. Отстань. Отстань. Бриар, я разберусь. Стой. Хватит, это нечестно. Мы должны решить этот вопрос как взрослые и сыграть хоккейный матч. Ледовый хоккей – мой любимый спорт. Я никогда не проигрываю. Ну, это мы еще посмотрим. Рэмбл вперед! Вы, ребята, уверены, что не хотите, чтобы я судил матч? Я уверен. Будем играть по правилам леса. Эй! Король Тики, думаете, у Брэмбла есть шанс? Им нужно было выбрать меня. 3, 2, 1, начали. Что ты делаешь? Это мой шанс. Да! Гол! Вик выиграл в первом периоде. Брэмбл, Вик очень умный. Не поддавайся на его уловки. Если будет танцевать, я не поддамся. Брэмбл, для тебя есть секретное оружие. Клюшка неуязвимости. Да, она удлиняется, становится больше. Она разработана лично королем Тики. Бря, смотри. Этим меня не напугать. Раунд 2. Начали. Никаких уловок. Я на них не попадусь. Правда? Брэмбл. Пахнет вкусно. О, нет. Нет! Удар! Нет! Невозможно! Отлично, Брэмбл! Да! Ничья. Третий период. Начали. Давай, Брэмбл! Давай! Если посыпать на лед немного соли, он растает. Вперед! Вперед! Нет! Это опять какая-то уловка! Кто-нибудь? Кажется, нет. Помогите! Помогите! Брэмбл, осторожно! Держись! Кто выиграл период? Ты первый провалился в озеро. Значит, выиграл я. Это не считается. Сыграем еще. Нет, выиграл. Нет, не выиграл. Я выиграл. Прекратите, вы двое. Посмотрите на лед. Если он растает, никто не сможет кататься. Прости. Нужно установить правила. Первое. Туристы не должны мусорить. Второе. Обе стороны должны придерживаться расписания. Сюда, пожалуйста. Ладно, время вышло. Было весело. Мы обязательно вернемся.
А? Ура! Видел? Мы поделились, и все счастливы. Медведям не до спячки. В холодную зиму дела идут плохо. Мне едва хватает денег на еду. Оставлю это на обед. Алло? Алло, это Вик? Да. Вы как раз тот, кто мне нужен. Мне хотелось бы забронировать тур в Пайнтри. Вы хотите тур? Сегодня? Хорошо. Хотите увидеть медведей? Нет проблем. У нас прекрасная зимняя программа. А за небольшую доплату вы увидите шоу с медведями. Что скажете? Вам интересно? Отлично, звучит здорово. Хорошо, хорошо. Сделаю все, чтобы угодить вам. Ай, мне лучше поторопиться. Бриар, Брамбл! Бриар, пора вставать. Проснись. Просыпайся, лентяй. Как же разбудить медведя от спячки? Давай же, Бриар, вставай, поднимайся. Ладно, попробуем Брэмбла. Эй, Брэмбл, проснись и пой. Завтра. Погоди, я не подушка, отстань от меня. Но он хотя бы уже не в постели. Давай, вставай. Давай же, ну же. Ладно, если это не сработает, тогда я уж не знаю. О, нет, бегите! Бриар, Брэмбл, помогите! Рекс-лектор собирается отлавливать зверей! Что это? Брэмбл? О, ты упал с кровати! Помогите! Бриар, Брэмбл, на помощь! Рекс-лектор, стой! Это ты, Вик? Где Рекс-лектор? Ребята, можете расслабиться. Это я одурачился. Что? Я должен был это сделать, чтобы разбудить вас. Вик, ты нам солгал? Но мне очень нужна ваша помощь, пожалуйста. Почему бы нам не прогуляться, чтобы окончательно проснуться? Зачем? Что случилось? Туристы хотят увидеть медведей. Прости, мы очень хотим спать. И эй, мы не уходите! Можем тебе помочь. Да будет вам! Почему с этими двоими всегда все непросто? Я потратил на это все свои деньги. Хоть бы помогло. Брэмбл, ты наверняка голоден, да? Я принес мед. Ладно, попробуем. Бриар, хочешь яблочко? Давай, просыпайся. Эй, Брэмбл, ты проснулся? Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Давай начнем. Серьезно? Отлично, ты проснулся. Как он мог? Поверить не могу. И что мне теперь делать? Думаю, мне остается только отменить тур. Но мне очень нужны деньги. Вот была бы сейчас весна. Так тепло. Печка? Вик дал ее нам. Ого! Наконец пришла весна! Трава зеленеет, и цветы распустили бутоны. Скоро на деревьях появятся плоды. Белые облака плывут по ясному голубому небу. Сработало. Эй, готовы совершить прогулку? Постой! Нет! Давай, вставай. Ну, поднимайся. Давай, Брэмбл. Брэмбл. Брэмбл.
Бриар. Давай, здоровяк, я знаю, ты можешь проснуться. Ну давайте же, ребята, пожалуйста. Он снова заснул. Это бесполезно. Турист! Ладно, лучше ему во всем признаться. Алло, послушайте, насчет медведей. Алло, Вик, послушайте, я приеду с дочкой, а? Она боится медведей, поэтому на этот раз мы обойдем себе шоу с медведями. Просто посмотрим заснеженный лес, хорошо? Да, все отлично. Я обещаю, вы даже с мартышками не столкнетесь. Надеюсь, скоро увидимся. Ага, до скорого. Наконец-то мне улыбнулась удача. Да. Ух, мне нравится делать подарки туристам. Уверен, девочке это понравится. Они скоро приедут. А, вот и они. Эй, Вик! Что вы здесь делаете? Разве ты не хотел, чтобы мы тебе помогли? Вам нужно убираться отсюда, немедленно! Что? А теперь ты нас прогоняешь? Ты же нас звал. О, нет, турист уже здесь! Прячьтесь скорее! Пожалуйста, сидите тихо! Здравствуйте, как вы? Добрались? Добро пожаловать! Простите, что мы изменили планы в последний момент. Надеюсь, поблизости нет медведей? Папа, я боюсь! Разумеется, их нет. У медведя спячка, она продлится до конца зимы. Эта девочка боится нас. Неудивительно, что Вик нас спрятал. Не переживай, малышка, давай я покажу тебе лес. А? Ух ты! Пушистый мячик. Брэмбо, что случилось? Щекотно мой хвост. Это девочка, бежим. А? Мячик убежал. Мячик. Вот он! Бриар, мы... Куда он делся? Эй, Брэмбл! Я тебя нашла! О? Куда он делся? О? А, наверное, он где-то здесь. Чуть не попались. А? Где же он? Вот он! Брэмбл! Еще немного, и она бы меня нашла. Какая настойчивая девочка. Бриар, нужно бежать. Давай вперед. Брэмбл, скорее прячься. А? Его здесь нет. Почему пушистый мячик не хочет со мной играть? Братишка, мы ее расстроили. Думаешь, она хочет поиграть с нами? Придумай что-нибудь. А? У меня идея. Хочу мячик. Хочу не плачь, мячик. Дорогая. Папа, я хочу мячик. Мячик? Какой мячик? Это наверняка медведи. Привет! Это еще что? Это и есть представление, которое вы подготовили для нас, да? Да, да, все так. А? Мячик! Мячик! Стой! Стой! Подожди! Стой на месте! Я уже давно не видел ее такой счастливой. Это прекрасно! Шоу было потрясающим! Вик, я дам вам отличные отзывы! Мы можем показать вам еще много удивительного! Удивительного? Они тоже пойдут? Нет, они останутся. Почему нет? Они наверняка устали после представления. Может, они поиграют с тобой в следующий раз? Ладно. А хочешь, я покажу тебе памятник Неви? Да. Она умеет летать? Ну, конечно, я сам видел. Кто умеет летать? Я хочу спать. Я тоже. Сегодня я хорошо заработал.
Брэр? Брэмбл? На этот раз вы мне очень помогли. Спите крепко. Ребята, вы настоящие друзья. А знаете, я начинаю любить зиму. Бессонница Вика. Давай, давай. Быстрее, быстрее. Обходи их. Давай. Это новая игра невероятная. Обходи, давай. Осторожно. Нужно... Я проиграл. А? Уже полночь? Я не выиграл ни одного раунда. Нет, я не остановлюсь, пока не выиграю. Я уже близок. Погнали. Давай, обходи с другой стороны. Давай, ну же. Я выиграл. Да, номер один. Первое место достается Вику. Три часа? Пора идти спать. О, нет! Опаздываю! Где моя шляпа? Вот! А, наконец-то! Время играть! Сегодня приз будет моим! Давай, давай! Вперед, вперед! Да, я выиграл! Опять три часа? О, боже! Пора ложиться спать! А почему он такой громкий? Что, опять? Какая капризная группа! Я и так из кожи вон лезу! Чтобы продолжить, нажмите старт. 6 часов? Еще рано. Пройду последний уровень и лягу спать. Вы выиграли! О, да! Я это сделал! О, пора отдыхать. Так-то лучше. Вик чемпион. Не спится. Возможно, поможет стакан молока. Алло, это Вик. Вик, почему не на работе? Еще ведь рано. Ты шутишь? Уже 3 часа дня. Туристы жалуются. Это серьезно? Простите, я бегу. В последнее время ты часто опаздываешь. Если ты еще раз повторится, считай, ты уволен. Это больше не... О, боже. Прошлой зимой у меня был недостаток бананов. И в этом году я хочу собрать больше. А еще насушить рыбы. Я наловлю много, у нас будет достаточно, и Бриару не придется красть мою. Почему Вик здесь спит? Эй, Вик, проснись! Ребята, что происходит, а? Вик, ты в порядке? Почему ты спишь средь бела дня? Я не сплю. Ночью бессонница доконала, а днем глаза сами слипаются. Не можешь уснуть? Мы ложимся в одно и то же время каждый день и хорошо высыпаемся, верно? Я всю ночь играл в видеоигры, тогда, когда должен был идти спать. А теперь я могу потерять работу. Дело принимает серьезный оборот. Не знаю, что мне делать. Похоже, ты сбил свои биологические часы, потому что не ложился допоздна. Не волнуйся, мы тебе поможем. Я в этом знаток. Я помогу тебе наладить сон. Хорошо. Это. Убери это все. Почему вы забираете мои вещи? Нет, это мое. Отпусти. Ни за что не отдам. Отдай. Игры хороши в меру, но они серьезно нарушили твой режим сна. Ты прав. Пора ложиться спать. Так что приготовься. Мне просто лежать? Так-то лучше. Теперь мое особое лечение. Смотрится неплохо.
Смотрится аппетитно. Это не помешает Вику? Разумеется, нет. Это древний проверенный метод. Когда я досчитаю до трех, он точно уснет. Считайте до трех. Один. Два. Три. Это сработало? Я не усну, даже если вы досчитаете до ста. С ним наверняка что-то не так. Чтобы отдохнуть, я сплю на одной ноге. Я не могу спать на одной ноге. Попробуй. Ладно, попытаюсь. Не забывай дышать. Держи равновесие. Покой внутри. Попробуй еще раз. Еще раз. Еще. Еще. Не хочу больше падать. У меня лицо опухло, как сдобная булочка. Похоже, мой метод тоже не работает. Я лучше засыпаю после того, как поем репу. Ты действительно думаешь, что это поможет? Мне помогает. Я попытаюсь. Он ушел? Кажется, он спит. Я не сплю. Я все еще голоден. Отрыжка репы, бежим! Ни один из наших способов, как уснуть, не подходит Вику. Что же нам теперь делать? Эй, я понял. Я знаю способ, подходящий для людей. Брэмбл, ты в этом уверен? Да, полностью. Теперь ляг спокойно. Пора начинать. И осторожно, не волнуйся. Почему ты так смотришь? Неплохо, а ты хорош. Брэмбл, посильнее. И чуть ниже. Хорошо. А если так? Хочешь спать? Смотрите, Вик уснул. Ого, Брэмбл, у тебя получилось. Брэмбл, ты гений. Почему ты остановился? Мне нравится. Давай, продолжай. Почему вы все спите? Эй, просыпайтесь! Убирайтесь из моего дома немедленно! Все ваши методы бесполезны! Я и глаз не сомкнул, а вы дрыхли! Оставьте меня в покое! Давайте, проваливайте отсюда! Пошли! Бедный Вик! Такой раздражительный, видно, устал! Ну, что тут поделаешь, верно? Пойду позавтракаю. Подождите, у меня есть идея. Бриар, не забудь. Я помогаю вам запасти еду, вы помогаете мне устроить. Я сдержу обещание. Не волнуйся. Давай, Вик, поторапливайся. Вик, не прохлаждайся. Да, да, да. Раз, два, три. Вик! Вик, иди сюда! Разделимся! Вик, спасибо тебе большое! Вик, молодец! Теперь ваша очередь помочь мне уснуть. Но, Вик, мы еще не закончили. Поймал! Смотрите, что я поймал. Наконец все сделали. Я вымотан. В этом году мы запаслись на славу. Пойдемте отпразднуем это на берегу реки. Герберт, смотри, как поджарилось. Готово? Держи. Спасибо. Пахнет вкусно. Не торопись. Смотрите, не проголодался, как волк. Какая большая и вкусная кукуруза. Рыба с кукурузой. Спасибо. Сегодня было весело. Верно, Вик? Как тебе?
Смотрите, Вик спит. Тише. Смотри, Вик спит как дитя. Брат, твой метод сработал. Не разбуди его. Прекрасное прощальное шоу. Ну закрывайся же ты. Время не в обрез, мне нужно идти. Хьюго? Что ты здесь делаешь? Мне говорили, ты работаешь в сфере услуг. Сейчас я немного занят. Мне нужно организовать шоу. Шоу? Не хочу расстраивать тебя, приятель, но я экскурсовод, я не устраиваю шоу. Обещаю, что отдам тебе все заработанные деньги. Все? Дай-ка подумать. Дело не в деньгах. За кого ты меня принимаешь? Почему ты не попросишь Сильвестра и остальных помочь тебе? Они знают об этом больше меня. В этом нет нужды. Здравствуйте. Не хочу мешать их новой жизни. Хьюго, прости, приятель, но мне пора вести экскурсию. Пока. Вик, постой. Немного выше и правее. Ладно. Хьюго. Эй, Хьюго. Хьюго. Привет! Хьюго! Что с ним такое? Пойдем посмотрим. Бриар, почему мы все время прячемся? Хьюго не любит мешать другим своими проблемами. Поэтому нужно потихоньку понаблюдать, чтобы все выяснить. Цирковое представление начинается! Поприветствуйте нашу музыкальную Элли Мэй. Элли Мэй? Всем привет! Я зажигательная барабанщица Элли Мэй. Далее в нашей программе «Летающие трапеции». Эй, браво! Рамбл, постой! Юга! Мишки-братишки? Летающие трапеции — просто улет! Если бы я знал, что вы будете смотреть, я бы устроил настоящее шоу. Хьюго, дай знать, когда оно состоится. Мы ни за что не пропустим. Хьюго, что-то тебя беспокоит? Ну, есть такое. Хьюго приходил сегодня утром и просил помочь. Я бы помог, но я не умею организовывать шоу. Я простой экскурсовод. Нужны артисты, сцена, реквизит, афиши и еще куча, я даже не знаю чего. Похоже, ты знаешь в этом толк. Но я никогда этого не делал. Вик, давай поможем Хьюго хоть Нет, раз. Нет, я уже сказал. Ты знаешь, каково это, когда у тебя есть мечта? Да. Вик, послушай, только ты можешь нам помочь. Ладно. Помогу. Я знал, что ты передумаешь. Пусти, Брамбл, такое шоу дорого стоит. Мне нужно было отложить деньги для родителей и еще немного для себя самого. А что-нибудь осталось? Немного. Но должна хватить. Ура! У Хьюго будет сцена. Вот и пришли. Здесь пыльно. Да, но это все, что мы можем позволить. Осторожно, ребята! Это настоящая дыра. Но здесь здорово. Так много места. Хьюго понравится. Думаешь? Немного грязно, но мы можем все отмыть. Отлично! За дело! Отлично! Ладно, я за дело! Тики, свет! Куда вы меня ведете? Скоро узнаешь. Ладно, можешь снять повязку. Мы подготовили эту сцену для тебя. Она немного старая, но для одного шоу сгодится. Та-да-та-да-дам! Реквизит готов? Ребята, вы... Вик,
Почему ты вздыхаешь? У нас деньги закончились. Дело не в деньгах. У нас нет артистов. Что? А? Что же нам делать? А если разыскать Рокки и Стэйси? Нет. Почему нет? Я сказал, я к ним не пойду. Хьюго, не упрямься. Ты ведь даже не спросил их мнения. Может, они... Нет, это не обсуждается. Он не облегчает нам задачу. Хьюго, я тоже выступал в цирке. Что если мы выступим с тобой вместе? Брюар. Вик, пусть Хьюго сделает все по-своему. Я с вами. А вы не забыли о своем старом друге? И мы тоже. Отлично. Сделаем это. Я буду репетировать с тобой, Хьюго. Идет? Да. Всем спасибо. Выступим еще разок. Вы знаете, интересно, что нам сегодня показывает. Папа, смотри! Большой медведь! Привет! Ладно, сегодня в зале собралось много публики. Вы все готовы? Я был готов всю свою жизнь. Отлично. Тогда покажем настоящее представление. Что-то не так, Хьюго? Мы репетировали всего один день. Этого достаточно? Не волнуйся. Это будет наше лучшее выступление. Да, согласен. Добрый вечер, дамы и господа! Добро пожаловать на наше шоу «Тики и Брэмбл». Ой. 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 Папа, этот медведь забавный. Ты цел? Они такие смешные! Что за унылое шоу? И не говори. Это был только разогрев перед настоящим шоу. Приготовьтесь к поразительному... Посмотрите! Привет, друзья! А вот и мы! Вы пришли? Хьюго, Брюар! Чего же вы ждете? Стэйси, Рокко, Брюар, мы сделаем это. Кит, Вик и его друзья всем вам на удивление покажут чудесного цирка последнее представление. Хьюго, ты готов? Спасибо, что пришли. Надеюсь, вам понравилось шоу. Вы все молодцы. Рокко, спасибо за помощь. Мы это сделали. Да, ребята, вы появились как раз вовремя. Это точно. Но как вы узнали, что мы здесь? Оу, все из-за листовок. Мы их видели. Поэтому мы созвали всех и пришли помочь вам. Это отличная идея. Спасибо, ребята. Вик, спасибо за помощь. И вам двоим, Стэйси и Рокко. И всем вам. Это... очень много для меня значит. Ну, разумеется, Хьюго. Почему ты просто не пришел к нам раньше? С тех пор, как мы перебрались в Пайнтри, у нас началась новая жизнь. Но иногда я скучаю по былым временам в цирке. Я хотел дать последнее представление, чтобы прощаться с прошлым. Хьюго, не ты один. Мы все очень хотели выступить на прощание. Хьюго, я знаю, ты не любишь беспокоить других. Но все мы твои друзья. Мы можем вместе помочь тебе решить проблему. Да, было много всякого. Но посмотри на нас сейчас. Мы проделали такой путь. Точно! Хьюго, мы объездили весь мир. И мы помогли многим другим животным.
Ты помогал нам защищать лес. Спасибо. Вы все правы. Ладно, чтобы отпраздновать успех сегодняшнего шоу, устроим вечеринку. Да! Да! Это последнее представление. Мы могли бы заработать кучу денег. А, да ладно вам. Будет же здорово!